папа, убей! Кто это? Стой! Умри, джедай. Назад. Антиуапанки. Вот видишь. Далеко не уйдешь.
Здесь джедай. Меня не остановить. Как ты сюда попал? А, неважно. Если ты искал проблемы на свою голову, то ты пришел по адресу, джедай. Сейчас я тебе покажу. Давайте поговорим об этих роботах-убийцах. Ох, ну ладно. Где ваша фабрика? Стой! Если ты не причинишь мне вреда, я все тебе расскажу. Ты идешь со мной. Основываясь на информации, которую ты получил от Ракта, республиканцы захватили фабрику дроидов и закрыли ее. Отличная работа. У Люка готовится план поиска учеников Рагнеса. Но это может занять время. Если хочешь, возьми еще одно задание, иначе встретимся в зале. Мастер Катарн просил сообщить вам, что вам не нужно атаковать адептов культа. Вам нужно только найти учеников Рагнеса и установить их базу. Бросай свой меч, джедай. И тогда, может быть, я сохраню тебе жизнь. Ну так что, дружище джедай? Еще не передумал? Может, спустишься и узнаешь? У меня есть для тебя предложение. Пожалуй, я тебя отпущу. Если доберешься до своего корабля, так и быть, улетай. Однако, если ты мне попадешься, мне придется тебя пристрелить. В конце концов, ты ведь сбежавший узник. Я думаю, охотники за головами обрадуются. Уверен, им еще никогда не приходилось охотиться на джедаев. А если я откажусь играть? Конечно, ты можешь вернуться в свою камеру. И я буду время от времени к тебе заглядывать. Пусть игра начнется.